Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня у нас будет такой обзор, который можно назвать «В красном, о прекрасном». Я в красном, и аромат, о котором пойдет речь, тоже в красном. Друзья мои, Чезаре Пачотти Фо Хё называется этот аромат. 2011 год. Парфюмер Франсис Деламонт. Аромат этот недорогой. Можно сказать, бюджетный. 100 мл в интернет-магазине «Рандеву» стоит 1846 рублей. Ссылку на интернет-магазин «Рандеву» оставляю в описании под этим видео. Там же оставляю свой промокод многоразовый. Пройдете по ссылочке, увидите этот аромат. Он, кстати, есть, по-моему, не только в сотках. Он есть и меньшего размера, и, соответственно, меньшей цены. Аромат встречается, к сожалению, не часто у нас в магазинах. Аромат, по сути дела, уникален. А вот интернет-магазин «Рандеву» нас такими вещами радует. Я уже отмечала в своих видео, что в интернет-магазине «Рандеву» я частенько нахожу то, чего не могу найти в других магазинах. Еще и именно поэтому я так люблю делать заказы именно в этом интернет-магазине. Итак, аромат, который называется «Фо Хё» для нее, бренд «Чезаре Пачотти», 2011 год. Бренд итальянский, аромат итальянский. И я вам вообще хочу сказать, что это реально очень итальянский аромат по своему звучанию, по своему настроению. Бренд, конечно же, знаменитейший. Его легко можно определить, заметить, обратить на него внимание благодаря такому вот необычному символу. Этот символ мы с вами видим и на коробочке аромата, который я сейчас держу в руках. Вы поняли, о каком символе идет речь? Это кинжал. Это острый кинжал. Острый кинжал, по мнению Чезаре Пачотти, означает остроту восприятия окружающего мира. Этот бренд выпускает одежду. Этот бренд выпускает обувь, ювелирные изделия, часы, предметы интерьера. И каждую вещь, выпущенную брендом Чезаре Пачотти, можно приравнять к произведению искусства из-за безупречности. Изюминкой бренда стал выпуск в 2011 году парных ароматов для нее и для него. Парные ароматы гармонируют друг с другом. Парфюмы выпущены во флаконах из индивидуально подобранного стекла, которым оформляют фирменные витрины бренда. Посмотрите, пожалуйста, на этот флакон. Вот стекло, о котором идет речь. Кроваво-красный цвет внизу, градиент, оно светлеет вверх, и такие вот необычные разнообразные тут, я не знаю, прямоугольнички, да, которые в разных направлениях, и смотрится это так оригинально, так нетривиально, и даже кого-то шокирует вот этот кроваво-красный цвет, цвет, как говорят, куска мяса, в который нацелен кинжал. Но я абсолютно не сопоставляю этот флакон с куском мяса. Мне этот флакон очень нравится, и все, что здесь символично изображено, мне нравится тоже. Кстати, я должна сказать, что женский аромат в красном стекле градиентном, мужской аромат в таком же стекле, но черном. К сожалению, мужского аромата у меня нет, но мне про него писали, что он необыкновенно хорош. Ну и, друзья мои, я уже сказала, так как фирменной эмблемой Чезаре Пачотти является изображение острого кинжала, именно это изображение мы и находим
в крышке флакона оригинально очень кинжал помещен внутрь прозрачной, огромной, достаточно тяжелой крышки. То есть в дизайне флакона без фирменного знака бренда не могло обойтись и не обошлось. Удивительно, друзья мои, но всего за 1800 рублей я получила аромат, ничуть не уступающий дорогому люксу. Я бы сказала, даже превосходящий дорогой люкс. Аромат здесь насыщенный. Аромат очень стойкий. Вы знаете, будучи нанесенным единожды, допустим, утром, он стоит как прибитый целый день. Я, честное слово, вам даю, что это так. Это проверено, и это мне очень понравилось. И при этом аромат звучит сложно и достаточно необычно. Дело в том, что отчетливый акцент здесь сделан на коже. Кожа дорогая. Это, наверное, аромат той самой кожи, из которой итальянский бренд Cesare Paciotti шьет свою знаменитую обувь. В стартовых нотах звучат цитрусы. Они звучат мило, они звучат изящно, они звучат легко. Ну вот, я бы так сказала, истинно по-итальянски. Именно в итальянских ароматах я встречаю вот такие вот игривые, изящные цитрусы. И кожа. Кожа здесь особенная. Кожа здесь, как я уже сказала, необычная. Она соседствует со сладкой миндально-сливочной ванилью. Где-то отдаленно, абсолютно ненавязчиво ощущаются белые цветы. Гелиотроп. Гелиотроп вступает мягко, вступает вкрадчиво. И мне кажется, его задача здесь показать мягкость кожи, с чем он успешно и справляется. Ну и, конечно же, гелиотроп и ванильная кожа. И вот это цитрусовое начало и миндально-сливочная тема. Все это делает аромат элегантным. Все это делает аромат очень женственным, очень стильным. Впрочем, наверное, все, что выпускает итальянский бренд Cesare Paciotti, является таким стильным. И аромат по-другому они создать и не могли. Меня вообще чарует эта ванильная кожа. Я такой нигде не встречала. Нигде. Я, в принципе, я вам честно скажу, не слишком большой поклонник прямолинейной кожи в парфюмерии. Мне нравятся кожи бренда Memo, но это, как мы знаем, очень дорого. Позволить себе может далеко не каждый. Позволяем зачастую клоны, где, конечно же, такой красоты, как в оригинальном аромате, все-таки нет. Нравится мне очень кожа в печати доверия от Афнан, кожа с малиной. И нравится мне здесь тончайшая кожа, смягченная гелиотропом и оттененная необыкновенной ванилью с миндальным оттенком. Еще легкий аромат ирисок. Легкий, легкий, но он здесь присутствует, и аромат очень украшает, не делая его, между тем, абсолютно гурманским, только добавляя женственности. Мне кажется, даже куда уж больше в нем женственности, но однако ириски здесь присутствуют очень хороши. Так, что я здесь еще отметила? Отметила его необыкновенную стойкость, как я уже сказала, целый день. Ну а раз такая необыкновенная стойкость, значит и очень долгое, и очень дорогое раскрытие. И еще деликатность. Женственность я отметила, изящество я отметила, и я не могу не отметить деликатность аромата. То есть всегда, везде, на работу, в офис, на выход, дома, везде этот аромат будет хорош. Я, кстати, сомневалась в этом, честно сказать, потому что меня настораживала агрессивность флакона. Нет, я неправильно выразилась, не настораживала. Ну, то есть опасения у меня эта агрессивность не вызывала. Я была, собственно, к ней готова, но я ожидала некой агрессивности в аромате, но нет.
Нет, абсолютно. Этот кровавый цвет, этот острый кинжал, они как бы даже контрастируют с содержимым. Я еще раз повторяю, это не более того, как презентация самого бренда. Это его цветовая гамма, это его символ. Но при этом аромат, который они создали для нее, мягчайший, нежнейший, но при этом заметный, яркий, стойкий. И вы в этом аромате никогда не замечены и не останетесь. Ну а цена, я уже ее вам озвучила, цена меньше 2000 рублей. Друзья мои, если вы заинтересовались этим ароматом, сходите, хотя бы посмотрите, сходите, хотя бы почитайте. А если у кого-то этот аромат есть, конечно же, конечно, я жду ваших рассказов, конечно, я жду ваших отзывов. А я знаю, что этот аромат есть у очень уважаемых мной людей. Этот аромат есть у блогеров, которых я смотрю и люблю. Привет, привет, привет. Все, друзья мои, на этом я заканчиваю этот, в общем-то, небольшой обзор. Эти мои слова восхищения, слова любования замечательной итальянской парфюмерной композиции. Я убираю этот флакончик в коробочку. Но, кстати, знаете, я брала его с собой на работу, в сумочку клала, и я обратила внимание, что если берешь его с собой, то лучше крышечку оставлять дома. Она настолько объемная, она занимает в сумочке так много места. Ну, можно же еще использовать и атомайзер. Но, в принципе, этот аромат нанести достаточно перед выходом на работу, нанести дома перед выходом куда-либо еще и целый день наслаждаться и очаровывать окружающих необыкновенным запахом очень итальянской парфюмерной композиции. Все, друзья мои, здоровья вам, добра, счастья, любви, терпения, мира, надежды, веры. Я рада встрече с вами на всех моих каналах, в моем чате телеграм-канала. Приходите, будет интересно.